Казанском федеральном университете приступили к ремонту системы горячего водоснабжения в студенческом городке. О причинах, о том, на какой стадии находится ремонт, узнаете в следующем сюжете. Авария на наружном трубопроводе горячего водоснабжения произошла еще в начале мая 2021 года. Казанский федеральный университет пытался привести в рабочее состояние участок трубопровода. Однако проблема заключалась в проведенной независимой экспертизе, а точнее в ее результате. Оказалось, что данный участок трубопровода не является собственностью КФУ, а значит не может быть допущен к дальнейшему демонтажу и эксплуатации. Выяснилось, что участок трубопровода является бесхозным. Прокуратура Советского района Казани подтвердила этот факт. С целью хоть как-то исправить ситуацию, летом в душевых комнатах 5 общежитий на улице Адели Кутуя и Красной Позиции были установлены электрические накопительные водонагреватели. Бойлеры ситуацию не исправили, так как из-за высокой нагрузки вода в них быстро заканчивалась. Для решения вопроса, чтобы у студентов была горячая вода, были приняты меры. Вот у нас здесь стоят 4 бойлера, 2 бойлера, значит, для душевой женской, 2 бойлера для душевой мужской. Они по 150 литров. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Казанский университет принял решение самостоятельно профинансировать ремонтные работы по восстановлению участка трубы водоснабжения с целью как можно скорее обеспечить студентов, проживающих в общежитиях, горячей водой. Сейчас во дворе 3-го общежития Казанского федерального университета производится демонтаж старой сети. Протяженность данного участка трубопровода составляет 142 метра. Данные работы завершится в течение 2 недель. Чтобы обеспечить горячее водоснабжение наших общежитий. На данный момент на аварийном участке работают бригады и спецтехника. Конкретные даты завершения ремонтных работ специалисты назвать не могут. Ориентировочно это 25 октября, но процессу демонтажа могут помешать неблагоприятные погодные условия. Вопрос принадлежности сетей горячего водоснабжения, которые пока являются бесхозными, будет решаться. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.